истина рождается в диалоге, и умение вести диалог, это то, что вот вообще мы не коснулись, это тандемный принцип управления, когда один выдвигает определенную точку зрения, а его товарищ, он как бы оппонирует, он смотрит с несколько других позиций и говорит, что здесь хорошо, что плохо. Ум хорошо, а третий лишний, знаете, пословица. Вот. Русскую пословицу. Поэтому умение вести диалог, единство ищи в многообразии, а не в этом дурацком плюрализме.